Этого на чемпионате Европы текущего сезона по сумме двух программ у Кима Люсина было 179,33. Сейчас за 180. Он, так же как и многие другие фигуристы, продолжает прогрессировать и на заключительном старте сезона показывает свое лучшее катание. Виктор Файфер, австриец, выходит на лед. У него после короткой программы 21 место.
Даже несмотря на то, что катаются всего лишь фигуристы из первой группы участников из слабейшей разминки, но каждый из них старается выдать собственно.